Председатель парламента Азербайджана Саеба Гафарова на встрече с председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ Маргарет Седерфельд в рамках своего визита в Афины выразила протест против использования представителями международных структур термина «Нагорно-Карабахский конфликт». Спикер отметила, что Азербайджан в прошлом году восстановил свою территориальную целостность благодаря исторической победе в 44-дневной отечественной войне. Тем самым Баку без посторонней помощи выполнил резолюции Совета безопасности ООН, требующие немедленного, безоговорочного. И полного вывода оккупационных сил с территории Азербайджана. Нагорно-карабахский конфликт уже навсегда вошел в историю. Для Азербайджана и региона начался новый этап. Этот этап восстановления и строительство, отметила председатель парламента Азербайджана.